Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о новом тренде криптоиндустрии, который, возможно, прямо сейчас зарождается у нас на глазах. Все же вы помните тренд хайпа лаунчпадов, затем фармилок на Binance Smart Chain, а после них мемкоинов и дефляционных токенов. Так вот, сейчас мемкоины идут на спад, и у меня есть предложение, какая ниша будет хайповать следующей. Речь сегодня пойдет о NFT Play to Earn, играх на блокчейне и их токенах. Именно данная отрасль сейчас по непонятным причинам набирает огромную популярность. Только сразу предупреждаю, что все сказанное мной далее только мои личные предположения. И может быть упомянутые мною токены не выстрелят и загнутся, поэтому действовать можно только на свой страх и риск. Если же вам такой стиль инвестирования не подходит и вы предпочитаете более надежный заработок на крипте, то могу порекомендовать вам легальный и законный трейдинг от криптобиржи Currency.com. Это первая регулируемая криптобиржа в СНГ, которая регулируется белорусским парком высоких технологий. На ней можно торговать не только топовыми криптовалютами и токенами вроде BTC, ETH, Ripple и USDT, но также токенизированными акциями, индексами и другими токенизированными активами, общее число которых на currency.com превышает 2000 штук. И все это с левериджем до 500 иксов. Помимо этого, на currency.com крайне удобно и выгодно совершать сделки с фиатом, ведь данная криптобиржа имеет официальный счет в Сбербанке РФ. Для начинающих трейдеров currency.com может предложить полнофункциональный демо-аккаунт и программу обучения, а опытные пользователи смогут получать дополнительный доход, участвуя в различных конкурсах, которые регулярно проводятся на currency.com. Регистрируйся на currency.com по ссылке в описании, приглашай друзей и получай за это бонусы в виде токенизированных акций. При этом каждый реферал за регистрацию также получит токены на акцию в подарок. Ну а мы переходим к теме Play to Earn. Сам данный термин означает «зарабатывай, играя», и речь тут идет именно о видеоиграх, но реализованных на блокчейне, зачастую посредством технологий NFT. Я уже рассказывал вам про некоторые подобные примеры. Игровой блокчейн Flow, токены управления от блокчейн Qtis Universe, карточная игра Illuvium и так далее. О некоторых игровых токенах вы слышали и без меня. Например, токены игры My Neighbor Alice, которые продавались на Binance Launchpad. А к примеру, TLM от проекта Alien Worlds раздавались текерам на лаунчпуле. Именно подобная сфера сейчас хайпует, и многие токены представителей Play to Earn за последнюю неделю-две уже подорожали более чем на 100%. Среди таких примеров можно отметить Alice, Revo, Fluff, Mist, AGG от Waves Dax, Sandbox и, конечно, локомотив этого поезда хайпа проект Axie Infinity, который с начала июля подорожал уже более чем в 10 раз, взлетев с цены в $3-4 до значения в $46. Возможно, следующим гемом тут будет проект Mobox, токены которого лично я уже купил себе. Он пока что торгуется только на мелких DEX. Но после распродажи NFT на маркетплейсе от Binance, некоторые аналитики и обзорщики считают это сигналом скорого листинга на данной бирже, что может принести иксы токену Mobox, который их пока что еще не давал. Но опять же повторюсь, что все это лишь мое личное мнение. Пока что нет точной аналитики, которая могла бы дать ответ на вопрос, почему идет данный хайп. Ведь, например, упомянутые выше распродажи Alien Worlds и My Neighbor Alice проходили на Binance несколько месяцев назад, а хайп начался только сейчас. Так что влияние крупнейшей криптобиржи тут не является основной причиной. Но так или иначе, я даю вам наводку, присмотритесь к теме Play to Earn. Возможно, именно здесь будут следующие сумасшедшие иксы. Ведь рынок криптовалют очень цикличен, тренды тут не длятся вечно. И текущий хайп на мемкоины, дефляционные и благотворительные токены уже начал себя изживать. Поэтому скоро индустрию захлестнет новая волна, на гребне которой мы с вами можем оказаться. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профитов. Пока-пока.